Всем привет, девчонки! Сегодня будет розыгрыш трех маленьких коробочек красоты, можно так сказать, от меня для вас, которые я хочу вас... Этими подарками я хочу вас отблагодарить за ваши просмотры, за ваши лайки, за ваши комментарии, за то, что вы меня поддерживали все это время. У меня был такой период, когда я немножко отошла от дел своего канала, переключилась на свой проект «Русская красавица». И у меня было очень много таких моментов, когда я думала, ну все, наверное, надо закрываться, меня никто не смотрит. Но недавно я возобновила свою, так скажем, деятельность на канале. И мне так приятно, что и подписчики начали расти, и девчонки, которые, наверное, давно меня не смотрели, как-то вспомнили обо мне, и мне это очень приятно. В общем, активность какая-то началась такая предновогодняя. И, в общем... Этими тремя коробочками, этими тремя призами новогодними, конечно, если бы я могла, я бы всех наградила, да, так скажем, за внимание к моему каналу. Но я не имею таких возможностей. В общем, это три коробочки, которые я собрала для вас. Конечно же, все условия будут написаны в инфобоксе и в первом комментарии к этому видео, ну и я должна их проговорить. В этом розыгрыше могут участвовать жители России. Нужно будет сделать репост в любой из соцсетей, написать внизу «участвую», а еще лучше давайте напишем друг другу здесь какое-то пожелание в этом новом году, обменяемся какой-то положительной энергией. И даже если кому-то не повезет в этом розыгрыше, снова я буду делать розыгрыши уже в 2017 году, так что не расстраивайтесь. И в любом случае мы друг другу пожелаем всего самого хорошего. И я искренне, от всей души желаю, чтобы все, что вы напишите в этих комментариях, в этих поздравительных комментариях под этим видео, сбылось именно у вас. Потому что каждый человек желает того, что сам бы хотел получить. Поэтому приступим. Я сейчас вам немножечко покажу, что я положила в эти коробочки. Ну, тут маленькая записочка от меня. Вот. И они разные, наполнения разные. В каждой из них один продукт Веллиния. Ну, все знают, что я работаю с крупным интернет-магазином roscosmetica.ru. И, конечно, у меня есть, так как я бьюти-эксперт этого магазина, у меня есть любимые продукты и любимые бренды, которые я люблю. Вот. И Веллиния – это один из тех брендов. Первое — это гель-маска для лица экспресс-лифтинг. Потрясающее средство. Веллиния — это, наверное, один из таких прям супер-продуктов, супер-брендов, которые на российском рынке действительно натуральные, действительно очень классные. И самое главное, что они очень бюджетные. То есть каждая женщина должна и обязана себе позволить какие-то уходовые средства от этого бренда, что для тела, что для лица. Я обожаю это все, я пользуюсь практически всем и всем все время даю. Вот, тут вот такой кремик, ой, гель-маска. Потом у меня аналогично есть, я в него влюблена, сделаю обязательно на эту тему обзор. Это компания Premium, которая, кто смотрит мою русскую красавицу, все, наверное, уже заметили, что я премиум вообще прям почти в каждое мое видео пропагандирую, потому что я очень люблю продукты премиум. Это биопилинг для рук. Зимой это незаменимая вещь, немножечко помассировали, и вот эта вся грубость кожи зимой, как вот губы, так и руки, всегда это проблемный целый вопрос, вы об этом забудете, просто супер вещь. Там внутри у меня еще в каждой коробочке по маске. Сейчас, секундочку. Тут это Beauty Style тоже. Кто следит за моим каналом, знает, что я обожаю эту компанию. Beauty Style прям вот одна из самых моих любимых компаний, которые выпускают вот такие тканевые, вот, ну так скажем, одноразовые маски. Я их обожаю, прям вот сразу же другое лицо. Это экспресс насыщение, увлажнение, очень крутая вещь. Омолаживающая лифтинг-маска с кератинами, с экстрактом черной икры для лица и шеи. И я вам по секрету скажу, я их все использую два раза. Я их снимаю. Тут просто так много вот внутри вот этого геля, что их обратно заталкиваешь, они еще раз насыщаются, и я там через пару дней, ну понятно, что немного можно держать, потому что это там стухнет, вот, но через пару дней еще раз можно наложить. Я этим частенько пользуюсь.
Тут у нас наборчик ароматерапии, по-моему, он Аполло называется, да. Это сильнейшие афродизиаки. То есть ваши каникулы с любимым вам никогда не забудутся благодаря вот этим эфирным маслам. Тут апельсин сладкий, иланг-иланг, бергамот, петит грейн. Честно говоря, не знаю, что это за эфирное масло, я первый раз слышу такое. Сандаловое дерево и пачули. Ваша сексуальная жизнь в эти новогодние праздники преобразится, я вам гарантирую, с этим матлами. И такой маленький-маленький подарочек, я думаю, что такой новогодний, я такие подготовила красивые елочные игрушечки. От моей семьи вашей семье. В следующей коробочке у меня похожие эти все наборы, но немножко разные. В следующей коробочке у меня крем-маска лифтинговая для лица. Вот эта конкретная маска. Если вам, кстати, будет интересно, я, наверное, сделаю ссылочки тоже на эти продукты. Потому что, ну, с удовольствием их рекомендую всем. Короче, это маска, она с каолином. Каолин – это супер вещь для расширенных пор, для черных точек. То есть очень хорошо, если у вас со временем, даже если у вас не жирная кожа, у вас может быть там с годами, так скажем, такая проблема расширенных пор. Вот эта вещь вам очень хорошо поможет. Это очень действенная, эффективная маска. Дальше здесь вот эта маска для губ, которая меня просто спасла этой зимой, когда только начались холода. У меня прям вот, наверное, недели полторы. Мне ни гигиенические помады не помогали, ничего. Я чем только не мазала. Отопление включили, сразу же холод настал. То есть вот у меня все губы никак не могли к этому привыкнуть. Я купила вот эту маску по рекомендации там наших девчонок из Роскосметики. Купила эту маску, она буквально за там полтора дня, то есть я в середине там следующего дня поняла, что, слушайте, я уже губы могу мазать. То есть я даже помадой не могла пользоваться. Просто супер сыворотка, она, по-моему, с гиалуроновой кислотой. Да, с гиалуроновой кислотой. Сыворотка, ее можно 2 недели ее использовать, там эффект увеличенных губок. Ну, в общем, очень крутая вещь, прям рекомендую. И внутри, ну, само собой, что шарик, это традиционно одинаковые шарики. И вот такая уже Botanic Mask, тоже от Beauty Style. Обожаю ее. Это, наверное, была первая маска, которую я попробовала от этого бренда, и от которой я как раз и пришла в восторг. Это с экстрактом арники, эластином и протеинами шелка. Да, я помню, что вот несколько лет назад, год 4 или 5 назад, я первый раз ее именно попробовала у этого бренда. До сих пор в нее влюблена. И третья коробочка. Ну, тут, естественно, опять маленькая записка от меня. Тут крем-маска лифтинг и тонус, тоже супер вещь. Если вы подарите ее маме, то она вообще вас расцелует. Ну и в нашем возрасте уже, естественно, ей тоже можно пользоваться. Она тут азиатской цителлы экстрактов и зеленого чая обеспечивает заметный лифтинг-эффект, воздействует на синтез коллагена в глубоких слоях кожи, улучшает коровообращение, повышает эластичность соединительных тканей, обладает приятным охлаждающим действием, укрепляет стенки капилляров. То есть если ваша кожа склонна к куперозу, то есть вот небольшие вот такие здесь покраснения или какие-то капиллярчики просвечиваются, то это прям вообще must-have будет у вас на туалетном столике. Потом от премиум питательный для губ бальзам. Это тоже из серии той сыворотки, но та как бы более уходовое средство. Это ежедневное такое средство. Тоже уверена, что каждый из нас оно нужно этой зимой. И тут такая масочка, омолаживающая маска с гиалуроновой кислотой. Я обожаю эти маски все, поэтому каждую из них прям подарю как для себя. И тот же наборчик Аполлон от Ботаники с эфирными маслами и афродизиаками. Итак, девочки, я надеюсь, что эти подарочки, пусть они, ну, достаточно скромные наборы, но поверьте мне, от всей моей души, от всего сердца я хочу вам подарить, поблагодарить вас еще раз за мою поддержку меня и моего канала. И желаю вам в новом 2017 году только счастья, только самых больших высот, надежды, любви. Будьте любимы и любите. Пусть
здоровье преобладает в ваших семьях, никогда не болейте. Всего вам самого-самого хорошего. Пока. Я чуть не забыла вам сказать, что в эту пятницу, 23 декабря, я уже подведу итоги.